Так, ну что? Так, на кудре крыли. А впереди ран нету? Впереди нет. Только сзади. И не особо не ворочали. Я поняла. Вот только на лбе, с глазика чуть-чуть тут кровка. Сейчас. Ребята, молодцы, ребят. Все, пока сюда, а дальше будем смотреть. Сейчас, ребят, придется занять. И старенький. Еще и старенький, да, ребенок? Не бойся, мой хороший. Не бойся, да, удар по голове. Кровь идет с глазика, кровь идет с пасти. Ничего. Не бойся, малыш. Вы неправильно завязали ротик. Так никогда не завязывайте, так собака вас укусит. Блин, завязывать надо всегда ближе к мордочке. Так неправильно, ребят. Вы рисковали. Хорошо. Так, ближе. Прямо постарайся под самые передние лапы взять. Хорошо? Не бойся, малыш, не бойся. Потихонечку к себе. Поднимай его вверх. Сможешь? Там лапа у него, осторожно, попу осторожно. Давайте, ребята, потихонечку. Так, да, подтяните, ребят, потихонечку к себе, к себе, к себе. Так, давайте, подержите, потому что раненый. Так. Откройте, пожалуйста. Неси аккуратно. Так. Все, ребята, осторожно несите. Там кровь текет, надо посмотреть. Сейчас обработаем. Спасибо вам большое. Одну секунду. Заходи. Потихонечку, девочка. Да? Это девочка. Лежи, моя девочка, лежи. Сейчас я тебя уберу. Так. Мордочку еще пусть будет завязана, пока рану обработаю. Это девочка. Собаку слышу. Я прикрою. Сейчас, малышка, сейчас мы тебя обработаем. Девочка, все будет хорошо. Маленькая моя. Ранка у нее, кровь текет с глазика вверху. И ранка здесь. Угу. Так. Ну вот так, моя золотая. Отдыхай. Отдыхай, солнышко, отдыхай. Ну, куда-то хочет ползти. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Ладно, пусть она себе выберет место сейчас. Ну что, мое солнышко, все будет хорошо. Иди на место, малышка, ползи. Сейчас она немножко придет в себя, ей станет легче. Встать она не может. Или бедро сломано, или таз. Девочки, мы не успели. Она доползла сюда и... Ребята, она не дышит. Она ушла, ребят. Господи, она ушла. Господи.